40 тысяч рублей. Такие средства скоро получит многодетная семья Анисимовых из Михайловки Сдвинского района. Она заключила социальный контракт с отделом пособий и социальных выплат. На что пойдут эти деньги, знают наши районные корреспонденты. Я очень люблю есть каши и хочу, чтобы мама, когда у нас появилась коровка, варила мне всегда кашу. Завести корову Оксана давно мечтала, но собрать деньги на ее приобретение непросто. Участие в социальном контракте по оказанию адресной помощи решило проблему. Там корова и для теленка место есть, все у нас есть. Комиссия обследует хозяйственный двор, в котором будет содержаться животное. Наличие его – одно из условий контракта. Желание семьи, чтобы все это было обоюдно, а не так нехаладно относительно. К этому. Там все, чтобы дети были сыты, довольны. И мне, конечно, хочется, чтобы развести было коровка, там прибыль, ну, теленок. За последние несколько лет областной социальной поддержкой на приобретение личного подсобного хозяйства в Сдвинском районе воспользовались больше 10 семей. Это семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации и которые желают выйти из этой ситуации. 40 тысяч рублей скоро получит и семья Анисимовых. Этих средств вполне достаточно, чтобы купить корову и обеспечить ее кормом. Галина Распопина, Игорь Свицов, новости ОТС.